Бегст! Ивент идет. Снимай быстрее, ивент. Да, ребята, я даже не знал. Спасибо за ваши комментарии. Оказывается, действительно, в Мипсити проходит сейчас ивент, и можно получить гитару для своего аватара. Итак, давайте посмотрим, что же нужно сделать для этого. Как только заходишь в игру, сразу же вываливается сообщение о том, что в Мипсити появилась новая гоночная карта. Жмем Play Now. Выбираем режим Race. Жмем Quick Race. Ну или зовем друзей, кому как удобно. Где выбор карты, выбираем карту Melody. Теперь ожидаем, когда соберутся все игроки и стартанет сервер. Вот мы и на трассе. Все, что нам необходимо сделать, чтобы получить гитару, это собрать три ноты. Обычные три нотки, такие золотые, которые очень часто попадаются на этой трассе. Так что ловим их, вот одна из них. Я их собрал сразу же, как только стартанул, потому что они были на каждом шагу. После того, как вы соберете все эти три нотки, вам дают достижение о том, что вы молодцы и получаете гитару. Но на всякий пожарный все-таки доедьте до финиша, чтобы наверняка получить эту гитару. Ну вот, в принципе, и все. Это самый легкий ивент, который я когда-либо встречал в Роблоксе. Если тебе это видео было полезным, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и комментарий. Ну а я с тобой прощаюсь. Все, пока.